Да, друзья, а вот тот самый этап, когда уже нужно ставить камни. Кольцо сейчас полностью обработанное, но не отполированное. Вот. И я сейчас уже засверливаюсь. Камни здесь маленькие, однерочка и 1,2. То есть у меня есть беленькие камушки, маленькие бриллиантики, они чуть побольше. Они 1,2 размера. И есть вот такие вот маленькие черные камни. Они чуть поменьше. Единичка. И 1,1. Вот такого вот размера. Но черный нужно будет подбирать, выбирать. То есть у меня есть довольно-таки большой выбор из камней, чтобы можно было подобрать. Такие вот черные и вот белые камни. Вот, как вы помните, буду ставить здесь на красном металле, буду белые ставить, а на белом металле буду ставить черные камни. Ну, собственно, сейчас только засверлиться и буду крепить уже. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. 10 камней. Да. Ну, наверное, начну с белых. Они немножечко, как я уже сказал, большего размера. Вот, сейчас буду крепить белые камни. Итак, вот сейчас я немножко засверлился и под каждый камушек подгоняю отверстие, то есть вот примеряю, как бы не сидеть. Ну или давайте сейчас парочку сразу прикинем. Ну вот, где-то так это будет выглядеть.
Так, ребятушки, ну вот я и установил вот все камни. Беленькие, черненькие. Вот. Ну и, собственно говоря, сейчас располирую. Кольцо-то все готовое. Вот такие вот черные камни. А здесь беленькие камушки. Так. Ну вот запомнили, как выглядит в данный момент в таком виде. И сейчас глянем, как выглядит в располированном виде. Раз, два, три. Запоминаем. Оп. Оба. И вот все. Кольцо располировано. Сейчас вот так выглядит. Такой дизайн. Вот тут вот, видите, такая раз. Есть щелочка. Вот такая двухцветка. Белая и красная. Розовое золото. Да. Вот здесь черненькие камушки стоят. Вот они, черные камни. А здесь стоят вот беленькие камушки. Ну, черненькие угольки. Маленькие камушки, но тем не менее играют нормально. Вот такой дизайн получился кольца. Да, вот тут такой уголочек вот. Немножко выступает. Вот он уголочек, видите? Вот, собственно, и все. Работа завершена. Колечко готово. Два цвета. Белое, розовое. И камушки белые, черные. Вот такой вот. Такой вот дизайн кольца получился. На этом все, ребята. Ставьте свои лайки. Пишите комментарии. И до новых видеороликов. Всем пока.